Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила приготовить сытный обед для нашей семьи. Итак, в меню нежнейшие и вкуснейшие тефтели. Поехали! Итак, из данного набора овощей приготовим зажарку. Здесь у меня репчатый лук, помидор, морковь, болгарский перец и укроп. Сейчас я нарежу все эти овощи. Я, конечно же, их заранее промыла и подготовила. Начинаем резать лук. Вот лук нарезан. Теперь нарезаем помидор. Нарезаем помидорчик. Помидорчик нарезан. Теперь нарезаем болгарский перец. Перец нарезан. Убираем перец в тарелочку. И натрем морковь. Перекладываем морковь в тарелку. Мелко нарезаю укроп. Укроп отправляем в тарелочку. Сначала обжарим лучок. Лучок обжариваем до золотистого цвета, потому что когда лучок приобретает золотистый цвет, он становится сладеньким. Лук стал золотистым, теперь сюда отправляем морковь. Все овощи я жарю на растительном масле. Вот так вот помешаем. Отправляем в сковороду болгарский перец и размешаем. Посмотрите, какая красивая цветовая гамма у нас получилась. Также сюда отправляем помидорки. Какая красота у нас получается. Хорошенько размешаем. Огонь у меня средний. Сюда же отправляю томатную пасту. В зажарку я отправляю и помидоры, и томатную пасту, потому что один помидор придает не такой красивый цвет, как томатная паста. А если добавлять только томатную пасту, то вкус будет не таким уж и вкусным. Отправляем также сахар. Сахар я сюда отправляю для того, чтобы нейтрализовать кислоту. Сюда же отправляю зиру. И перемешаем. Зира придаст аромат нашей зажарке. Заливаем нашу зажарку холодной водой и убавляем огонь. Чуть не забыла посолить. Посолим и потом убавляем огонь. Сюда же отправим укроп. И размешаем. Смотрите, какая красота у нас получается. С каждым новым ингредиентом зажарка становится все красивее и красивее. Вот теперь я точно убавлю огонь. Накрываем сковороду крышечкой. Пока варится наша зажарка, мы приготовим тефтели. Здесь у меня один репчатый лук, я его уже почистила и нарезала. Отправляем его в чашу блендера. К нему же отправляю 2 зубчика чеснока. Накрываю крышечкой и измельчаю.
Приступаем к приготовлению тефтелей. Здесь у меня 1 килограмм говяжьего фарша. К нему отправляем измельченные лук, чеснок и укроп. Также отправляем полуготовый рис. 1 куриное яйцо. Немного соли. И черный молотый перец. Все это хорошенько размешаем. Теперь немного отобью эту массу, для того, чтобы не осталось воздуха. Теперь закатываем шарики. Мои шарики будут величиной с куриное яйцо. Кладем в формочку. Красота тут варится. Сейчас зальем ею наши тефтельки. Вот такая красота у нас получилась. Теперь отправляем наши тефтели в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Вот и готовы мои тефтельки. В итоге я продержала в духовке их 45 минут для того, чтобы они хорошо испеклись. Вот так я их сервировала. На гарнир я сварила гречку и спагетти. Также выложила сюда овощи и зелень. Ну и, конечно, мои любимые тефтельки. Они пахнут просто божественно. Тефтельки пахнут очень вкусно, я уже не могу терпеть, очень хочется их поскорее скушать. Пойду позову семью. Всем пока-пока, увидимся в следующих видео.